Всем привет, дорогие мои друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру, которая называется «Сват против зомби». Так, отсюда мы уходим. Так, что у нас здесь новенькое? Так, операция поиска, да, существует информация. Ну, это мы с вами уже видели, слышали, но не пробовали. Но это нам и не нужно. Так, бесконечная игра. Это все тоже потом, ребята. Сейчас главная основная сюжетка у нас. И мы переходим с вами плавненько на шестую миссию на улочках. Как вы помните, это улочки не такие уж и спокойные. Скейтбордист, строитель у нас здесь. Ну и обычные зомби, да? Поехали. Я думаю, никаких проблем у нас здесь не должно быть. Мы должны их просто всех порвать. А вот то, что колодцы у нас под ногами, вот это вот, конечно, не очень хорошо. Но будем, ребята, выживать. Выживать. Так, идет по нижнему ряду. Вот так вот. Давай-давай, подходи. Я готов. Я уже давным-давно на изготовке. Я только тебя, родной, поджидаю. Когда ж ты придешь, чтобы я тебе мог по башке настучать вот этой вот бейсбольной битой. Давай вот сюда поставим. А почему, ребята, я ставлю сюда? А знаете для чего? Вдруг зомбарь вылезет из колодца. По крайней мере, у меня уже будет здесь щит стоять. И он не пройдет туда, к воротам. Так, и давайте вот сюда вот до кучи поставим. Слишком быстро тут, ребята, время проходит до волны. Вот вам я что и говорю. Смотрите, видите, он уже вылез, говнюк. Давай-давай, расстреливай его. Он такой еще гад крепкий причем. Но мы его все-таки одолели, мы его победили. Собираем все эти... Обязательно гаечки. Не забываем про перезарядку. Еще один вылез, вы посмотрите. Что же здесь происходит-то? Опасность. Вот она, сейчас побежит волна, ребята. Вот мне бы снайпера, конечно, бы сюда. Да посмотри, что-то он там зачастил, вылазит-то. Так, давай, перезаряжайся. Да, до снайперки мне как до Китая раком. Не успею, наверное, я получить ее. Ну, если тут будут у нас обычные зомби, она, в принципе, здесь и не нужна. Давай, перезаряжайся. Нет, не будем пока тратить. Пока поэкономим, ребята. А хотя мы и так справимся. Я думал, что надо снайперку нам приобрести. Но на последних секундах подумал, а зачем она, если волну мы с вами победили? Хотя тут бывает, что и вторая волна идет следом. Но ее здесь нету. Ух, хорошо. Победа. Нет свободных мест за 24. Не буду я ничего открывать. Ёлки ты палки. Вот, ребята, я лопухнулся. Это прошлый раз, когда уходил из игры, я забыл поставить ящик на открытие. Это большое мое упущение. Ну что же, следующий, как говорится, уровень у нас. Ну давай. Иди сюда. Так, успеем. Да должны успеть, в принципе, поставить защитника. Вот так вот. Сейчас будет отгребать потихоньку по башке. Пучеглазый ты наш. Все, готов, лежит. Сейчас еще одного поставим. А будем ставить его вот сюда. Вот тебе и гоу-гоу-гоу. Опа-опа-опачки. А вот это, ребята, плохо. Так, давай, защитник, вставай. Фух. Так, вот этого мне, блин, только не хватало, ребята. Вот только вот этого мне не хватало здесь. Копьеносец пришел. А это говорит о чем? Это говорит о том, что нам в любом случае, наверное, придется как-то покупать... Как ты, псина? Фига она там перепрыгнула. Совсем оборзела. Так, ну пока он один, вроде бы мы терпим еще. Я смогу накопить, интересно, 400... вот этих вот гаек, чтобы мне можно было бы поставить снайпера. Нет, есть, конечно, еще один хитрый способ. Я могу вам показать, как справляться с этим копейщиком без снайпера. Но пока у нас есть снайпер, будем использовать. Вот так вот, хедшот. Только головешка отлетела у этого говнюка. Давай. Все, ребята, в принципе, согласитесь, никаких проблем не было. Также на изи прошли. Поехали. Новый спецназовец. Железный пруд. Очень мощное оружие в ближнем бою. Отлично сносит головы у зомби. Можно бросать в мертвяков.
Как понять, можно бросать в мертвяков? Голову, что ли, бросать? Короче, здоровье у него, ну, так себе. Урон соточка. Урон соточка, ребята. Это, по-моему... Да не буду я ничего делать. По-моему, довольно неплохой показатель. Урон соточка. Мы сейчас даже сравним. Вот, у моего 31 урон. Вы представляете? Всего лишь 31. А там соточка. По-моему, тут выбор очевиден. Неужели я еще смогу улучшить или не смогу? А ну-ка. Нет, к сожалению, не могу. А экипировать могу что-нибудь? Улучшение, нет, не могу ничего, ребята. Железо 10 килограмм. Железо 30 килограмм, 50, 100, 200. Я тебе... Не... Ну, вы представляете, вот такой бандурой чувак ходит с 200-килограммовой прутком, блин. Ну, это, знаете, выбивать двери, всякую хрень. Чувачок носит. Да, 200 килограмм зомбарю в чайник прилетит. Ох, я ему не позавидую. Тогда получается, что нам, ребята... Ага, но здесь проблема в том, что он стоит дорого. Он стоит дорого, да. 150, в отличие от нашего, который у нас стоит 75. Ну, разочек-то, я думаю, что можно попробовать, согласитесь. Смотрите, у нас здесь будет копьеносец. Вот он стоит тут же. Обычно зомбари... Ага, из люка, который вылазит, и... Строители эти. Чёртовы строители. Так, награда. Забираем награду, ребята. Так, следующая миссия через 8 часов. А мы пропустим? Да. Началась охота на зомби. Милосердие не нужно. Миссия по сбору средств. И что я должен сделать? А, убить 200 зомбарей. Ясно. Поехали тогда, ребята, с вами. Ух, была не была. Я иду со двора. А кто не спрятался, я не над. О, вот, вот это, конечно, плохо, когда люк находится практически возле моих этих защитных барьеров. Это надо в первую, наверное, очередь даже выставлять сюда. И как раз то, что нужно. Идет говноед, и сейчас мы вот так вот заодно и проверим. Так, идет еще один олух. Я думаю, что с него будет достаточно и дробовика. Я хочу посмотреть. Опа, просто осу... Оу, плохо, ребята, плохо. Давай вот так вот сделаем. Ну, давай-давай, бомби, бомби по нему. Черт подери. Так, хорошо, пускай идет. Сейчас покажу, как, ребята, с ним... Оу, тут-то какого лешего мы с вами динамин-то? Ха-ха. Совсем чуть было не упустил. Смотрите, вот он подошел, да? А теперь вот так вот выставляем сюда зомбаря. Зомбаря выставляем. Че я несу? Конечно же, спецназовца. И он уже начинает здесь потихоньку бомбить. Вот и все, в принципе. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, ты посмотри. Какой этот хмырь крепкий. Блин, сломал все-таки перегородку, а? Давай-ка вот так. Тут уже волна, ребята, идет. Тут уже не до шуток. Тут некогда расслабляться. Эти скейтбордисты сами не знают, что хотят. То там, то сям прыгают. Хотя бы определились бы. Ну, вроде бы как выстояли. Да, перегородку, конечно, нам сломали. Ничего не могу сказать. Ну, давай, давай, давай. Стрелки, короче, здесь очень слабенькие. Против обычных зомбарей, да, они еще что-то могут сделать. Но здесь, как видим... Вообще ничтожество. Не могут они долго очень копошаться. Но, тем не менее, мы с вами проходим. Победа. Да, две звезды, потому что, ребята, у меня сломали там оборону. На ранг выше, понятно, спасибо. Новый зомби. Зомби-боулер. Атаки с мячом для боулинга, который повреждает заднюю часть сват образования. Ты посмотри, что он делает, а? Ребят, смотрите, он бросает шар, и этот шар наносит довольно-таки нехилый урон. Оу. Блин. Так, открываем ящик. Отлично. Тейзер. Ну ладно, поехали, короче. Так, может быть, я, кстати, вот думаю, знаете что, ребят, отказаться, наверное, от дробовика. И поставить лучше вот эту боеголовку.
Не знаю, хорошо или плохо. А нет, а даже лучше, знаешь что? Вот так мы сделаем. Да, мы поставим мину. Посмотрим, что она из себя представляет и как она действует. Фух, готовы ли вы? Лично я вроде бы как готов. 150 стоит вот это вот у нас. Мину пока не буду ставить. Жду, 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 жду до последнего, ребята. Жду до последнего. Выставляем. Сноси этому башню. Отлично. Так, здесь придется, наверное, вот так сделать, ребята. Слишком близко гад подошел уже. Дай, сдохни ты. Правильно, правильно, вали его. А если я мину поставлю, посмотрим. Пум, разнесло их в хлопья все. Вот сюда надо обязательно поставить, ребят. Так, кстати, мины нам пригодятся. Знаете для чего, ребят? Когда будут... Ой, что-то... Зачем? Я же не хотел этого сейчас делать. Эти гады из колодца лезут, думают, что у них тут все получится. Хрен им. Не выйдет ни шиша абсолютно, ребят. Надо было вот сюда мне ставить. Что-то я немножко сглупил. Угу. Эти нам... Обычный зомбари нам на один зубок. Сами прекрасно видите. Вообще ничего сделать не могут. А вот сюда надо выставлять уже помощь. Давай, давай, давай. Всех рвем здесь. Собираем. И волна. Тут, наверное, будет у нас с боулингом, да? Или нет? Да, вон они идут. Ёпарсете. Вот здесь бы мне снайперская винтовочка не помешала бы. А мы посмотрим сейчас, смотрите. Ну я же мину ставлю. А, мина вот здесь вот надо. Ну-ка, давай. Ну, тронь мину. Хе-хе. Голубчики. Я вам не завидую, сосунки. Вот так вот миночку мы сюда поставим. Бум. Ага, мы, смотрите, мы можем что ли отбить этот шар? Да. Вот этот чувачок отбивает просто-напросто, смотрите. Круто. То есть помимо того, что мы бьем головы зомбари, так мы еще можем отбивать эти шары. Это вообще великолепно. Ну вот, теперь будем знать, как с ними бороться. Так, да я понял, что нет свободных мест. Мне, в принципе, и не нужно пока. Дай мне лучше следующий уровень пройти. Так, кто у нас здесь? Улица, 10. Дайте посмотреть эту статистику. Да, статистика, конечно, с 8 уровня у нас пошла как-то на бекрень. Но 10 уровень, тем не менее. Поехали. Блин, а когда у нас плохая статистика, ребята, мы получаем с вами мало звезд. Это тоже не есть хорошо. Да-да-да, не рычи там. Так, идет. По этой, по середочке. Сейчас выставим. Блин, все-таки у этого... Тихо-тихо-тихо-тихо. Ты куда вылез-то? Куда ты вылез-то? Пошел он, а? Вот тебе и гоу-гоу-гоу. Так, надо еще одну вот сюда вот поставить, ребят. Вот, как раз перед люком. Ну-ну-ну-ну, отлично. Вот здесь вот будут стоять они у меня. Идет, идет один архаровец, как мы видим. И сейчас вот этого вот, я боюсь, он сможет. Опачки, а у нас-то есть кто? А у нас есть снайпер. Поэтому, ребята, нам все... Ах, так. Ты смотри-ка. Он довольно крепкий, два раза приходится в него стрелять. На. Черт, сейчас снайпер, по-моему, мне укокошит здесь, ребята. Оу. Давай, 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 как-нибудь. Снайпер, блин, погиб. К сожалению. Черт, у меня хоть есть хоть что-нибудь, так где-нибудь. Давай мину сюда нафиг выставлять, быстрее. Блин, они ломают мне все перегородки, ребята. Как-то не совсем пошло, как мне хотелось бы. Ой, здесь, по-моему, мы, ребята, проиграли. Надо вот, наверное, переигрывать. Что-то мне так подсказывает. Мину сюда выкидываем. Взорвались? Нет, они прошли, ребят. Неудача, к сожалению. Нет, я не хочу продолжить. Покинуть уровень. Да, покинуть. В общем, ребят, давайте я вот эту вот хрень уберу. Что-то она мне достала. И поставлю обратно. Он 75 все-таки стоит. А этот 150. Разница, вы сами понимаете, ощутимая.
Также мне здесь, наверное, не пригодится. Да, от мины, я думаю, здесь много толку не будет. Убираем тоже мину и поставим вместо нее шокера. Да-да, именно шокера, ребят. Так, миночка, прощай. А вот шокера мы возвращаем. Фух. Все. Сейчас должно быть все идеально. Погнали. Так, под середочки идет. Ладно, выставим сейчас сюда нашего сватовца. Вот так. Но он, наверное, не сможет все-таки, ребята, отбивать шары. Вот эти для боулинга. Оу, как это ты? Как ты здесь очутился? Я что-то не понял, ребят. Давай-ка мы вот так вот сделаем, наверное. Все, мы там справились. Работает у нас, по крайней мере, это все, ребята. Моя стратегия на данный момент. Так, скейтбордист, ты не пройдешь, даже не мечтай об этом. Так, вот они идут. С боулингом, а? С шарами, с этим. Я даже не знаю, что сделать-то, как бы быть. Так, перезаряжаемся здесь. Блин, нифига они там сносят. У-у-у-у. Чертовски хреново. Так, а если мы вот так сделаем с вами? Мы должны его достать. Все перегородки, гады, мне снесли практически, а? Давайте, давайте вот это вот добили, хорошо. Блин, да тут бесконечная волна, и сколько их здесь? Эй! Прут и прут. Дай-ка вот так вот поставлю. Смотри, 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 они идут. Они идут! Да что ж такое-то? Как мне быть? Я вот что-то, ребят, даже не могу... Да, я хочу покинуть уровень. Слушай, нифига себе, ребята. Не надо мне ничего здесь покупать. Значит, блин, придется все-таки, наверное, вот этого уберем, пистолетчика. Вот это мы возьмем. Снайпер нам, наверное, здесь не пригодится. Этот тоже. Штурмовик вряд ли нам здесь нужен. Так, ты у нас атаковать можешь? Урон 5, маленький. Ну, хорошо, пускай пока будет. 280. Слишком много, дорого стоит. Даже в отличие от мины-то. То есть вся надежда на снайпера. Но снайпер, простоит ли он у нас долго, ребят? Потому что вы сами прекрасно видели, они бросают эти шары. И они уничтожают задние ряды. Естественно, снайпер будет у меня сзади там стоять. Хорошо, возьмем шокера на всякий случай. И что же мне еще-то взять? Давай вот так вот попробуем. И мину. Была не была, пробуем, ребята. Немножко я неправильно расставляю войска, но лишь из-за того, что здесь вот эти вот ублюдки вылазят. Ждем, терпим. Пока терпимо все. Уже пора выставлять. Хорошо, пускай идет. А этого мы поставим вот сюда уже. Так, давай-ка глуши этого нафиг охламона. Ну достал тут уже выделываться. Ага, получил свое. И вот сюда, наверное, нет. Лучше мы вызовем, ребята, вот этого. И вот так. Блин, волна уже идет. Хорошо, ждем. Вон они бегут, блин. Стоим, 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 ребята. Как подойдут только в зону, сразу будем выставлять своих братюнь. А ну-ка, будем отбивать. Если сейчас... Оу, щет! Да какого лешего-то, ё-моё! Я даже уже не знаю, ребята, что и сделать. Давай попробуем
Конечно, тут они пробили защиту, это понятно все, они прошли. Но больше этого не повторится, поверьте мне. Я этого не позволю. Так, давай-ка вот так вот сделаем. Куда ты там вылез, охламон? Куда ты собрался, интересно мне знать. Так, давай его в шок. Вводим в шок этого чувачка. Все-таки пробили мне защиту, да? Ах, плохо. Ну давай, 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 иди, иди сюда. Сейчас будешь отгребать у меня по полной программе. Этих они не пробьют в ближайшие там минуты. Поэтому есть все шансы. Так, снайпер у меня готов. Я даже не знаю, что сделать-то. Пока терпим. А вот теперь выставляем. Давай-ка и вот сюда, наверное, поставим. Мина есть? Мина есть. Готовы. Что, не нравится? А мне нравится. Да-да-да-да. На-ка, мину получи. Засранец. Так, еще одна волна бежит, ребят. Так, вроде бы справились с этими. Здесь пока все под контролем у нас. Давай, давай, все в кучку здесь встали. И вот теперь будете получать. Ну, даже если так, они все равно не пройдут у нас. Это я вам точно говорю. Мне бы еще бы снайпера бы поставить. И я этим сейчас и займусь, ребята. И снайпером уже буду просто сейчас чикать. На! Перезарядочка. Получи, говнюк. Чего ты так скис? По-моему, все очень даже хорошо. Тыдыщ! Ну что же, пройден уровень. Да, ну уже сложнота пошла, ребят, какая-то, если честно. 5000 у нас монет. Да не надо мне ничего покупать, отвяньте вы от меня. Так, и у нас 11 уровень. Угу. Ну что, я, наверное, не буду пока ничего менять. Оставим все как есть. Погнали. Фух. Что, вы нам расширяете зону? Ну да, немножко тут увеличили. И уже 4 полосы. Понял. Так, бежит, бежит. Давай-ка вот так вот сделаем. За задние ряды я уверен на 100%. Никто не пройдет. Есть единственное, что может какая-то собака перепрыгнуть нас. Ну, а так никаких, естественно, у них шансов не будет. Так, снайперская винтовка. Мы вот сюда, ребята, ее, наверное, поставим. И будем отстреливаться по возможности. Так, идет, идет охламон. Давайте его сносить. Погоди, 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 как это ты там... А, у меня же ничего не было. Тыч, хедшот, отлично. Бабах, готов, олух. Так, подожди, вот здесь у меня никого нету. Как же это я так забыл поставить-то сюда. Вот, теперь все хорошо. Идет, идет, говнюк. На тебе в чайник. Не забываем, ребят, собирать, так скажем, монетки. Ну, гаечки. Вот сюда выставлю. И шокера, наверное, мы вот сюда поставим с вами. Ну, я готов. Кто тут хочет люлей? Да что такое-то? Что же мы так долго с ним тут боремся-то? Ну, тут волна, ребята, стандартная. Я смотрю, тут никого таких из супер-пупер там силачей нету. Так что все на изи. Да-да-да-да-да. 100% выживание. Новый спецназовец. Аптечка. С ее помощью можно лечить спецназовцев. Так, здоровье 105, аптечка 25, скорость подготовки 15 секунд. Вместимость магазина 2. Время перезарядки 3-3 секунды. Вот она, короче, сзади стоит, стреляет в спецназовца, и он подхиливается. Ну что же, довольно хорошо.
Так, 160 монет. Звездочку получили и рукавицы. Да. Ну что ж, дорогие друзья, давайте, наверное, на этой ноте мы с вами закончим эту серию. Всем большое спасибо за просмотр. Нам осталось здесь совсем немножечко, и улочки будут у нас пройдены. А дальше-то будет торговый центр, а потом еще фабрика, аэропорт и центр города. И больница, которая у нас почему-то закрыта. Причем еще не открыта у нас мировая чистка. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.